Итак, всем привет, и мы продолжаем изучать Unity. И в этом цикле видеоуроков я бы хотел начать создавать такую небольшую гиперказуальную игру. Пока что это заготовка. Вот. И на этой же игре я бы хотел отрабатывать разные новые, скажем, штуки новомодные на подобии новой input системы, Там, допустим, продвинутой камеры, правильному правильной загрузки уровней, аддитивной, например. В общем, разные новые фичи мы здесь будем использовать. Возможно, даже будем использовать более ä, правильные фреймворки для построения более удобной архитектуры. В общем, ä, скажем, этот проект поможет и мне больше потренироваться. И также я буду рассказывать и показывать разные всякие техники. Также будем смотреть, как правильно или более-менее правильно, например, банально даже двигать наш нашего игрока Куба, как ограничивать, допустим, расстояние, что лучше использовать, какие есть нюансы, в общем всякие такие мелочи мы будем рассматривать на данном курсе. Итак, я планирую не записывать курс от начала до конца в том плане, что долго и нудно рассказывать, что я там делаю. Я думаю, для новичков долго и нудно это очень классно. У меня есть курс про динозаврика, и там долго и нудно рассказывается каждая, в принципе, мелочь. Здесь мы будем уже обращать внимание на какие-то особенности, нюансы. Итак, первое, что я сделал, я создал проект, если вы создаете Unity проект, там есть 2D, 3D, я создал URP, Universal Render Pipeline. Если вы слышали раньше, был такой LRP, Light рендерер uh, Pipeline, Как-то так. В общем, Unity подумали и решили поменять LRP на URP. Поэтому, если вы вдруг увидите LRP, не пугайтесь. Uh, что по URP? И почему URP? Потому что сейчас чаще всего, если стартуют проекты, делают либо URP, либо HDRP, поэтому uh, вот, они больше, более оптимизированы. Uh, что это такое? Это принцип отрисовки интерфейса, другие материалы, другие подходы. В общем, более детально я вам не подскажу, но примерно расскажу. Итак, у нас, например, в Project Settings в графике есть вот такой URP. Здесь у нас пресет стоит на high quality. Мы можем там поменять на low quality, medium. Это то, что было, скажем, изначально в шаблоне. Здесь уже какие-то там материалы и так далее. В общем, я еще не разбирался конкретно с URP, просто говорю, что создал проект. Далее, что еще сделал? Я скачал ассет паки э, небо и поместил сюда. Вот, э, то есть э, Sky, ну да, Небо. Вот, что еще сделал? Смотрите, какая особенность. Многие не знают, например, многие э, слышали, некоторые не слышали. В общем э, в таких проектах это в основном больше мобильные игры, гиперказуалки и так далее. Мы хотим выжать всю мощь из телефона, мы не хотим нагружать телефон пользователя, это небольшая игрушка, как бы. Нет смысла прям э, сильно заморачиваться над тенями и так далее, да. То есть э, мы будем заморачиваться, например, но другими методами. Мы не хотим, чтобы эта игрушка она долго грузилась, долго там переключала уровни. В общем, мы этого не хотим. Вот, поэтому чаще всего в таких играх отсутствует освещение. То есть вы могли видеть, например, здесь нет э, нет Directional Light, например. Мы можем его добавить, но мы его не используем. И вопрос, каким же образом достигается вот эффект? Мы даже можем тени добавить, но мы не будем этого делать. Вот, каким образом достигается эффект света? Вот. Я создал материал. Давайте покажу. Может, вдруг кто не знает. То есть мы можем запекать свет, а можем использовать, скажем, материал. Допустим, я применю этот материал, который я создал к плейну. И мы увидим, что он стал черным. А если я добавлю свет, то он станет ну, таким более желтым, потому что у нас свет более желтый. Мы меняем свет на более белый. А, там можем подвигать наш а, источник света, солнце условное, настроить там яркость и так далее, запечь свет. Но запекание света ⁇ это долгий процесс. Он занимает память он, скажем, занимает ресурсы процессора и графической карты, там, с чем вы рисуете. Вот. Поэтому мы можем что сделать? Мы можем взять на материале, сейчас он по умолчанию создался как Universal Render Pipeline, и мы можем взять и сделать не lit, то есть заполненный, а unlit, как бы не использующий освещение. Вот и все, да. Я этот материал удалю. Розовый цвет означает, что у нас нет материала. Да, то есть мы берем и применяем наш материал Unlead Shader. Вот. В общем, разные такие мелочи мы будем затрагивать. Дальше, что я сделал? Я скачал си Я думаю, вы уже знаете, что это такое. И назначил просто Follow за э, плеером. Я не назначал LookAt. Мы будем двигаться вперед. И, в принципе, нам не нужно, чтобы камера смотрела всегда на игрока. Она и так будет смотреть. Вот. То есть можно, конечно, взять и жестко назначить лукет. В принципе, особо ничего не изменится. Но единственное, что когда вы захотите подвигать камеру, она будет двигаться не совсем так, как вы ожидаете. Ну, в принципе, можно и так оставить. Вот, смотрим по темпингу по X, все нормально. По То есть, чтобы не было сдвига влево-вправо. Здесь нолик ставим. Вот. И, в принципе, базовая настройка есть. Я не хочу делать процедурную генерацию, ну, то есть даже не процедурную генерацию, а смену частей дороги, чтобы она там грузилась дальше, здесь пропадала. Я хочу сделать с помощью уровней, то есть мы должны дойти до финиша и грузить следующий уровень. Я хочу попробовать делать через аддитивные сцены, чтобы одна сцена была как бы чтобы там были часто используемые объекты, которые будут использоваться и в других сценах. А в самих сценах мы уже будем комбинировать уровни. В общем, как-то так, я думаю, будет интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.